уезжаем. Подъемники, подъемники, отели. Вот видите, нам вчера парень сказал, что Красная Поляна, название не от того, что она красивая там, да, от того, что здесь красная от крови. Целый народ уничтожали. А я-то думала, как Красная площадь, там от слова красивый, красный. Да Красная-то площадь тоже, там кровушки-то пролито. И казнили на ней. Люди в бассейне купаются. Так что едем в Адлер. Прощай, Красная Поляна. Я думаю, что вряд ли я, конечно, сюда еще приеду. Уважаемые пассажиры, Эстосадок. We are arriving at Эстосадок. Вот тут в этих домушках, наверное, все-таки персонал проживает, я так думаю. Вот электричка идет 40 минут до Адлера. Ну, она дальше, там до Сочи идет. Но вот до Адлера одна остановка, вот это Эстосадок называется. И следующий Адлер. Никаких остановок нет до Адлера. Билет до Адлера стоит 270 рублей. С таким звуком. Звук такой короткий. Ну вот, это мы уже практически в Адлере. Вот, едешь, а у тебя телефон заряжается. Я говорю, так обидно вчера. Самолет прям над домами летел низко-низко. Я не успела телефон включить, а теперь не хочет. Не хочет лететь больше. Европа, кольца. Кольца такие цементные, огромные, с разными странами. Ну, почему-то их только два. Европа, Австралия мы вот проезжали. Наверное, ну, еще да, где-то, да, еще где-нибудь есть. Не хочет лететь самолет, хотя мы вчера на этой же электричке ехали. Уважаемые пассажиры, в это же время. Для открытия двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Dear passengers, to open the door of your carriage, you should wait until the train stops completely and press the green button. Мы прибываем на станцию Адлер. We are arriving at Adler. Поезд какой-то скрипучий. Вот, мои хорошие, кто был в Адлере, узнаете, да, места эти.
это сегодня погодушка-то? С утра 16 градусов было. Хотя говорили, что похолодание будет с понедельника. Ну вот, мы приехали в Адлер. Сашу никак не могла утром поднять на завтрак. В результате, пока доехали, она голодная. А тут на вокзале вот Бургер Кинг. Сейчас перекусим, у нас до заселения в отель еще 2 часа времени. Видите, столики через один прикрыты из Болонии, такие штуки. Для безопасности сократили число посадочных мест. Ой, а есть-то тоже в масках, что ли? Конечно, без масок. Сумки наши. Так, официант. Да. Ну как тут не растолстеть? Ну, ну что вот это такое? А пахнет. Ой, это вкусно. Код от туалета 9047. Просто так не войдешь. Так. Он самолет летит, видите? Прямо над домами садится. Наконец-то поймала я его. Что, мои дорогие? Вот и морюшка опять. Вот. Сегодня прохладней, да? И ветерочек такой прям. Красота. Ну ладно, мы поели, едем заселяться. А где-то вон там море Крым. В той стороне. Скоро я домой приеду. Ничего не видно из этих. Вот, мы заселяемся вот в этот отель. Кактусы какие, тоже цвели. Почти центр, недалеко совсем. Ой. Тут эти отели напиханы как плоды, видите, плоды. Просто мы приехали, еще часа нет, и номер не готов. Сейчас придется подождать. О, да. Бассейнчик.
Вот интересно, он созревший или нет? Вырастет из него что-нибудь? Ну, я его заберу все равно. Попробую. У меня-то кактусы дома. На них такие мелкие иголки. А тут, ой-ой-ой, мам, не горюй, иголочки-то какие. Так, что тут еще растет? Какой интересный цветочек. Суккулентик. А вот это что? Вот ягоды похожи на облепиху вроде. Нет? Что это такое? Нет. Нет, это не облепиха. Это я не знаю, что. Издалека на облепиху похоже. Какие интересные. Это тоже не знаю, что. Ну вот видите, вот это же семена, наверное, да? Ой, какой кактус, смотрите. Ой, какой шикарный. И это тоже, это другой уже. Иголки другие. Слушайте, а вот это агава, что ли, называется? Ой, тут всякие суккулентики тоже. Какой огромный, шикарный. Вот под такой аккомпанемент жить будем. Они тут летают постоянно. Ой. Все руки в иголках. Подняла, блин. Сашка смеется надо мной. Мамка говорит, как ребенок. Вся в иголках, вся. Ну, мы заселяемся. Еще, видишь, кресло есть раскладное. Еще для человека. Ну, смотри, да, то есть вот тут получается меньше бабка, но тут есть хоть тапки есть, слышишь? Ну, вот эти типа, да. Ой, какая плиточка симпатичная. Ну, короче говоря, номер мини-бара нет. Номер стоит 2000 рублей на двоих в сутки. Единственный минус, видите, вида нет из окна. Но нам тут побыть-то недолго, поэтому ну плевать. Вот те, кто смотрели вчерашнее видео, мы шли вдоль этой речки. Как раз вот здесь и шли. Кулер есть. Очень чисто, прям хорошо. Вот дали нам магнитик от двух калиток. Тут калитки на две стороны. На улице и вот другую улицу на речку.
Сейчас мы помоемся и пойдем гулять. Вот в шкафу два одеяла. Еще простыни. Это для бассейна. И очень приличный номер. Ну да, нет вида из окна. Но извините меня, в сутки по 1000 рублей с человека. Ну это вообще ничего. Скажи, чего вы меня гладите? Покормите. У нас нет ничего, миленький. Скажи, нужна ты. Это кот. Кот? Конечно. Котик. По морде видно. Какой ты сладкий. По выражению котик. Глаз. Смотри, наглые глаза какие. О, да. Кот, конечно.